«Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Жена. Хотан. Жены последователей. Иярченнарның хотыннары. Жены последователей. Иярченнарның хотыннары. Жены последователей запрещенной организации «Свидетели Иеговы» написали обращение в Совет по правам человека. Иегова шахитлары исемле тыйылган уйышма иярченнәренең хатыннары кеше хукуклары шурасына мөрәҗәгать язганнар. Жены последователей запрещенной организации «Свидетели Иеговы» написали обращение в Совет по правам человека. Иегова шахитлары исемле тыйылган уйышма иярченнәренең хатыннары кеше хукуклары шурасына мөрәҗәгать язганнар. «Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски».